Всем привет, это канал PXDS6, и сегодня мы будем играть в Lucky Wars на сервере Vine World. Так, сейчас я быстренько объясню, что это такое. Короче, мы спавнимся на острове с несколькими Lucky блоками, ломаем их, и, короче, потом используем лут из них, чтобы сражаться против других игроков. Может попасться как и ловушка, так и какие-то крутые вещи, поэтому никогда не знаешь, что попадется. Давайте начнем. Так, первые Lucky блоки, так, открываем. Так, броня, одеваю сразу же. Так, второй лакиблок, броня, одеваю. Так, меч у нас на... Не на что, меч Дракулы просто попался какой-то. Так, шлем хороший. Так, слизь платформа, яйцо странника, хорошо. Так, так, какой шлем лучше? Так, этот лучше, этот самый крутой. Так, топор на остроту, но у меня есть крутая. Так, лопата не нужна, все. Так, что там у нас другие игроки? Ага, ясно. У него топ-лук. Так, сейчас попробую попасть и скинуть его как-то, не знаю. Так, у меня есть мост, в принципе. Так, сейчас его активирую быстренько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ох. Чуть не сдох. Вообще, близко было. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Он сейчас меня выкинет за карту. Так, он куда идет? Он строится. Сейчас бы его скинуть, кстати. У него нет никакой автостроилки, поэтому он сейчас может упасть легко. Сейчас я его попробую скинуть. Ах ты ж. Видишь, что я пытаюсь его скинуть? Не идет. Блин, у него лук на откидывание очень сильный. Так. Он только что упал, когда строился, потому что этот чувак его сбил. Вот в чате видно, что он сдох. Огов, что-то там. Огов, Мексико. Прикол, ладно. Так, пойду. Блоки-блоки полутаю еще немножко. Вот этот дроп. Отлично. Так, что мне попалось? Перочки. О, перочки вообще очень полезные. Так, меч, топ-меч, отлично. И какой-то крутой лук, который выпускает паутину. Так, в принципе, перки я пока что тратить не буду. Я их поставлю поближе к мечу, чтобы, если что, они у меня под рукой. Так, так, ловушка. Так, лук, отлично. Так, это все. Что у нас там выпало? Так, куриный лук тоже, кстати, не на бесконечность, но тоже топовый. Так, меч, так, лопата. Да, в принципе, все. В принципе, можно идти на центр уже, потому что там никого нет. Оу. Очень интересно. Так, у чувака топ-лук с цыплятами, короче, он сейчас будет спамить им. Так, я в центре, все отлично. Так, я пока буду убегать с него, потому что не знаю, как с ним бороться. Так. Он с того и высоты, он занял, короче, позицию, хорошо обстреливает меня. Но сейчас тоже залезу, чем мне. Сейчас тоже, наверное, залезу. Так, он слез, короче, походу. Но я все равно буду использовать его тактику против него же. Это ему не поможет. Ах, он такой говнюк. Ах ты ж. Блин, мне повезло, что у меня лук на откидывание. Блин, он так бьется, будто у него какие-то читы, я не знаю. И он какую-то зельку юзнул. А не знаю, где он. Так, блин, как мне его сюда скинуть? Он вообще, он играет как бог какой-то, я не знаю. Он слишком хорошо играет, я не смогу его победить. У меня меч на откидывание, просто везет, что у меня на откидывание. Так бы я с ним не справился. Хоть сейчас как-то более-менее с ним справляюсь еще. Где нафиг отсюда? Ну я хорошо позицию занял, он пытается подбираться, но у него не получается. Отлично, все. Теперь цыплятами просто спавню. Так, блин, он тоже не промах с моим луком себе защищает.
него броня на шипы, блин, неудобно. Ай, блин, у него тоже лук на взрыв есть. Так. И куда мне деться от него? Так, у меня стрел еще 11 штук есть, отлично. Блин, чуть не упал. Я, походу, проиграю, потому что у него очень топовые луки, он, короче, очень сильно хорошо играет. Так, он пытается с курицей ко мне закидывать, и все это. Так, пойду в эту сторону, потому что она более целая. Подожду, пока граница максимально сузится, и попытаюсь выкинуть его за границу с помощью меча. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, это плохо, это плохо. Не знаю, куда он лезет. Он думает, что я до сих пор там, наверное. Блин, он так играет хорошо, капец. Нет, я не умру. Блин. Очень плохо все. Блин, во все. Ну ладно. Это была хорошая игра. Я вышел в топ-2. Так, начинаем, ломаем лаки-блоки. Так, первый. Так, одеваем броню сразу же. Так, ломаем лаки-блок. Так, динамитик. Ах, отлично. Так, лаки-блок еще один. Так, меч какой? Хреновенький, ну ладно. Так, о, отлично. Как раз меч получше. Так, пригодится. Следующий лаки-блок будет ловушкой. Чекайте. А, нет, ладно. Ну, хоть так. Так, защита, крутые капцы. Так, у меня есть два лаки-блока еще. Сейчас открою их быстренько. Так, хорошо. Какие-то ботинки выпали. Что за ботинки? Неплохие. Нет, эти лучше все-таки. Так, платформочка. Вот так и... Ну, блин, столько вообще... У меня всего сейчас будет вообще. Сейчас его... Бум. Блин, я его почти в пропасть кинул. Блин, он выжил. Сейчас его добью. Я думаю, что я не заметил его, да? Ладно. Чем там снизу делают? Ага. Ну и все, чувак, пока. Удачи тебе. Было приятно с вами иметь дело. Угу. Ой-ой-ой, хорошо. Это было рискованно. Блин, чуваки, не нафиг реально. У меня есть батутик, мне пофиг как бы. А, нет, не пофиг. Вода. Ох, все, слава богу. Так. Давай, чувак, удачи. Блин, нужно воду заблокировать, подлюка. Он этой водой будет вообще, капец. Блин, я же себя закрыл тут. Нет. Так, блин, надо строиться вверх быстрее. Чувак мне предлагает тим, но я не буду с ним тимиться, потому что он меня, скорее всего, убьет в конце. Тут все тимеры вообще какие-то. Врунишки. Нет тима, тут каждый сам за себя. Это война, это хардкор, это анархия, это выживает сильнейший, это... Это Спарта. Так. Я почти вылез, мне отлично, в принципе. Попробую этого чувака снизу скинуть, потому что он мне будет мешать под ногами там. Я не вижу, что происходит. Так, тут камень уже. Вот и я и вылез, отлично. У меня есть парочку этих хреней. Так, ладно, тут у нас уже очень мало места. Они пока что там бьются. Я пока здесь посижу. Так, пойду на этот остров пока что, пока он меня не видит. Быстренько. Все. Ах ты ж, чешунь ты. Где нафиг, чувак? Реально. Так. Блин, что мне делать? Мне с двух сторон чуваки прессуют. Так. Ну, пойду на центр, что ли? Мне больше нет выбора никакого, типа. Чё мне за меч вообще? Стата... Неплохие два меча у меня есть.
Нет. Ну все, мне уже никакого спасения нету, я проступал. Так, ладно, еще одна игра. Так, лутаемся, начинаем. Так. Так, поник. Отличненько. Так. Что за меч? Страта 3, отличненько. Так, еще какие-то трусы. Так. Так, еще какая-то броня. Блин, мне бы меч, конечно. Но лук тоже неплохо. Так. Еще 5 лаки-блоков, откуда они у меня вообще не заметил, что они мне появились. Так, это очень хорошо. Новые штаны. Типа лучше будут. Так. Так, обычная. Так, броня. Так. Еще что-то. Меч, 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 меч. Меч, неплохой меч. Так. Мне слишком много всего. Так, выбросить, 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 выбросить. Так. Лук. Неплохой лук. Этот выбросить. Удочка нафига мне нужна, вообще не знаю. Так. О, вот эти палочки, это вообще мощь. Сейчас я покажу вам, что они делают. Какие вещи они творят. Ух, вы бы видели. Так, меч. О, все отлично. Мне самый топовый меч, который только может быть. Да, в принципе, все. Так, чувачки там, как обычно, какое-то колбасит друг друга, короче, да? Ну, я, в принципе, сейчас пойду в бой сразу же. У меня крутые вещи, разный лут, короче, есть. Чувак узох. Короче, сейчас я вам покажу, что эта палочка сделала. Вот что она делает за один взрыв. Так, и чувака того слил только что. Вроде бы, да? Он упал, короче, да? Пойду дальше колбаситься. Пойду этих убью палкой. Чувак, тебе бы. Опачки, все. Все, ему конец. А, нет, повезло. Выброс из паутины. Блин, прячется за этим блоком. Опа, все, словил его снова. Блин, кто-то наспамил этих чешуйниц, капец. Блин, жалко. Отлично. Это ты, конечно, хорошо убил. Все за раз. Ты чё тут? Со стороны крыса будешь убивать нас, да? Так, не делаются дела у нас. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. А, у меня перки есть, чем я беспокоиться. Ау, это было больно. Ах ты, чувак, ну вообще, ну ни капельки совести, слушай. Блин, я застрял в блоках. Отлично. Life could be dream. Life could be dream. Do-do-do-do-do. Life could be dream. Оу. Отлично. Меня выкинуло с сервера. Очень весело. Поиграем все равно еще одну. Отлично, все, играем. Так, лутаемся. Так, брончика. Ах ты. Блин, ну эта тактика очень подлая. Просто чувак с первого лаки-блока получил динамит, сразу выкинул на меня. Типа он знал, что у меня брони нет, поэтому все выкинул на меня. Я, короче, подорвался и умер. Это неплохая тактика игры, но она очень подлая, поэтому я не знаю. Я ее не использую. Так, отлично, лутаемся. Лаки-блок первый. Так, броня. Так, второй. Так, нет, 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 сдохни, 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 сдохни. Да ё-моё, я же его убил, как он взорвался? Так, ага, так, меч на стату 3, неплохо. А, нет, 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 иди нафиг. Да, не особо повезло с лаки-блоками, ладно, давайте сразу идем на центр. Отличненько, неплохой мечик. Так, ага, и... на стата 4, неплохо, кстати, неплохо, неплохо. Я оценил вообще, прикольно. Чувак упал в пропасть какой-то.
Ау. Не знаю, что мне делать. Никого нет, не с кем биться. Я пойду, наверное, в центр, но там, наверное, самые топовые. Поэтому я сажу яблочко и буду читать молитву, чтобы я выжил. Так, эта удочка очень прикольная. Она может цепляться так. И делать вот так вот. Ух, прикольно. Ее можно использовать, чтобы убегать от кого-то. Так, снова ловушка. Отлично, броня. Крутой лук. Хоть что-то. Я просто со стороны постреляю в них, мне все равно делать нечего. Это вообще песенка прям. Мэн, чувак, хватит бегать, хочу тебе попасть, не могу тебе попасть. Ну, пусть не дам колбаситься внутри. Я пока что посмотрю. Блин, одно наслаждение, они не могут к мне подбежать, потому что у меня очень сильная отдача на луке. Просто бегают вокруг меня. О, вот это мощно было. У меня прям во мне динамит взорвался, но у меня броня выдержала, слава богу. Так. Повезло мне, короче, очень. Так, никто не получит этот лаки-блок. Этот лаки-блок мой, ты его не откроешь, понял? Так, ты меня не тронешь, у меня сильная отдача на луке. Иди нафиг, реально. Нет, чувак, ну серьезно. Немножко уважения. Можно мне, нет? Блин, чувак, хватит бегать так. Нелогично, я не могу попасть в тебя, да. О, месье, вы хотите дуэль? Удачи. Ой-ой-ой-ой-ой, мне капец, мне капец, мне, наверное, капец. А, не особо. Ах ты ж, блин, они тимятся, что ли, я не знаю. Ах ты ж, говнючок, ах ты ж такой смазливый чувачок. А, не-не-не-не-не, я так не... Я так не договаривался, короче, играться. Я так не договаривался. Нет, 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 это нечестно. Нечестно, двое на одного. О, лаки блок. А, нет, лаки блок здесь нет. Ох, вот это близко было. Ага. Словите меня сейчас. Удачи вам. Я на небесах, вы меня не словите никогда. Ха-ха-ха-ха. О-хо-хо-хо-хо-хо. Моя тактика в том, что я бог, и я над всеми. Вы не можете убить Бога, потому что вы бессмертны. Так. О, нет, 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 нет. Так, нет, 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 чувак, чувак, нет, 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 пожалуйста, не надо, нет, не надо, нет. Ладно. Это была веселая игра. Еще одну. Играем. Так, первый лаки-блок. Ага. Так, броньку надеваем сразу же. Так, второй лаки-блок. Так. Так, меч. Так, ага. Так, иди нафиг, чувак. Иди нафиг. Хорошо. Так. Вот это было вообще глупо, если бы я упал, я не смог поставить блок. Нет, да еще мне одни неудачливые попадаются. Блин, дайте мне что-то крутое. Я сколько уже лаки блоков открыл? Да блин, снова. Так. Да ё-моё, это реально какое-то... Мне до этого просто много везло, короче, и теперь у меня неудачное время. Досталось, а. Опа, отлично, лук. Ну хотя бы лук дали мне, ну хотя бы за это спасибо, ну. Я бы чего-то большего ожидал, в принципе, ну ладно. Так. Еще один лук. Молодцы, спасибо. А мне можно меч, пожалуйста? У меня уже луков много. Ладно, я ему не попаду. Ау. Ну так тоже можно, да. Так, ладно, еще раз. Так, лутаемся снова. Так, берем лаки-блок. Так. Еще один. Так, броня. Так, меч. Так, лук неплохой. Точнее, плохой. Вообще бесполезный. Ага. Так, так, так. Яблочко сразу возьмем. Так, и вот так. Все, мне слушайте, очень много всего хорошего, но мне бы сейчас не помешало сделать,
заполучить крутой меч, потому что у меня его нет. Нет, чувак, иди нафиг, я тебя не знаю, я с тобой не дружу, сейчас не Новый год, почему ты вообще заспавнился? Так, отлично, вот это хорошо. Так, крутые ботики, все, я могу атаковать кого-то. Я чувствую себя более-менее уверенным в своих силах и возможностях. Чувак, офигел у меня стрелять, блин. Лови плюшку. Бум. Он что, реально упал и сдох? Вот капец. Этот чувак молодец вообще. Так. Чувак АФКшит, что ли? Я не понимаю, что он делает. Пока, брат. А, он сдох, хорошо. Так, тут еще один кто-то внизу валяется. В офлайне. Ну, удачи, чувак, пока. Передавай маме привет. Угу. А ты у нас такой бойкий, слушай, да? Молодец. Угу. Даже так. Ну, он пытался. Мне на ваши штуки на все мне наплевать. У меня столько всего крутого в инвентаре, что вообще не сосчитать. Та-д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 а. Так, чувачок, вообще, иди нафиг отсюда, пожалуйста. Он меня почти в пропасть кинул, вот говнюк такой. Ну, у меня скилл, но я выбрался, потому что я... Нет, иди нахрен. Я не буду с тобой тимиться, потому что ты меня бесишь. Вот и все. Отличненько. А, так, кто тут сейчас еще у нас есть? Так, яблочко сожрать быстренько. Так, отлично. А, так. У меня блоков нет, ладно. Так, и лопата, блин, вообще, почему она у меня в первых слотах? Она бесполезна. Пора бить жопы кому-то. Блин, где чувак? Блин, у него меч сильнее был, я не смог его убить. Ладно. Так, давайте это уже последняя игра на сегодня будет, потому что у меня, короче, уже видео минут 30 длится. Вы можете, может, у вас оно минут 15, я просто его, потому что на монтаже обрежу, но мне все равно нужно этот файл 30-минутный скидывать на телефон для монтажа, поэтому... Не знаю, осилит он такое или нет, поэтому уже все. Это последняя игра. Так, отвлекаем наши лачки, блокчики. А, что? Что вообще несу? А, так, еще один. А, нет. Отлично, слава богу. Она, короче, это овца, она взрывается, короче. Овца суицидник какой-то, короче, взрывается, и потом ты умираешь. Так, пойду лутаться сразу же. Надеюсь, мне никто не скинет, у кого лук уже есть. У тебя есть лук? У тебя нет лука, отлично. Шляпа. Ага. У него нет лука, но у него что-то похуже. Ты промазал. Так. Это сундук с хам, если ты его откроешь, тебя взорвут. Нет, не надо. Тун-тун-тун-тун-тун. Пойду на центр, все равно там не делает ничего. Так, садим цветочки. Помогаем экосистеме восстановиться. После хаоса. Так, блин, на мне газ теперь, мне нужно его как-то убить. Ладно, короче. Так. Ты нафиг отсюда, чувак, блин, ты нафиг. Понял, вот так вот, бля. Ага, вот так будешь, если с мной связываться будешь, ага. Понял? Вот так вот. Пошел вниз. Пока. Так. Опа, чувачок еще один. Топ меч, отличненько. Не особо, кстати, ну ладно. Отдача 2 лучше как-то будет. Ау, вообще довольно. Чувак, тут скажешь сам себя, прости. Аккуратно, аккуратно. Я ползу вверх. Аккуратно. Ау, это больно. Нет. Ну все, это была последняя игра на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Нет, я не могу так закончить видео. Я должен, чтобы вы видели меня вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Ждите нового ролика скоро, потому что я запишу его, потому что я хорошо и молодец. Пока.